треугольник, квадрат, круг, да? А вот сердце вот так вот. Вот, вот так, смотрите. Вот сердце как шевелится. Ту-дуф, ту-дуф, ту-дуф. Вот, научитесь так? Вот так вот. Давай. Загни пальцы. Вот так вот. И вот так пальцы внизу, вот эти. Два пальца вот так. Вот это сердце. О, вот это сердце. Молодцы. Коридор Союза заезжаем из Карщины, тайнами видит мой Александр Валеев, лошадь Гетерыслы Харей. А ну я со ссылан, видит нас мой Караиз, а? Саша, вы ссылан нас мой тед, квай телей? Квайт, куевны, куепи. А вот чем дарн быть бизнес, а? Чем дарн? Я школанать, белоттина школана. Канал он? Интернатен, белоярн. Ну я слышал, я бугашься местно. А вы играете на сей? Ай, мам, кетбор, да? Да. Не имел было. Ждешь, ожидание постоянно, вот это тоже плохо. Потом сзади так красиво на горизонте этот, Енисей гора. Ну, короче, с двух сторон видели гору. Ездили, как вам сказать, панты-то где сдают? Магазинчик вот, где принимаем панты. Стараюсь детей одеть. Здесь осталось плечева зашить, тоже будем мерить. Здесь мы померили для девочек, когда я вышла замуж, когда вот матушка мне сказала, вот возьмешь, вот у тебя образец будет, у тебя вот руки, ты зашиваешь себе кружева на этом уровне. Девочки у нас трое, у меня старшая доченька уже в школе учится, тоже зашила сейчас недавно ей, недавно зашила, отдала в интернат, потому что она там будет выступать, там тоже бывает, что выступает. Вот. Надеюсь, это. Хочу, чтобы она в клуб ходила на эти, на коми посиделки. Надеюсь, будет ходить.
Надеюсь, еще и научат, напомню, разговаривать на зырянском. Так бы хотелось, чтобы дети разговаривали, конечно. Но понимают все, но на русском разговаривают. Как настроение-то? Нормально. Погода радует? Не холодно сейчас? Нет. Что, мне не грустно, не скучно? Нет, есть будет. Сколько лет тебе? 4 года? Сегодня 5. 5 уже сегодня? Помню. Таня Луна? Ой, так у тебя день рождения сегодня. Ничего себе, здорово так. Как у тебя, Диана, настроение? Хорошо? Не скучно в чем? Кто у вас самый разговорчивый-то, Даша или Диана? Кто больше любит рассказывать папе с мамой истории? Обе? В школу-то хотите пойти учиться? А девочки чем занимаются? Шить, может быть, учитесь, нет? Еще маленькие, да? Будет хорошо, Карно. Харейты хоть. Он двое харейты. Карлькина, да. Шить, вот кирну. Ага. Да, еще как. Усы войны главные. Вот кинули. Дружба, вот кинули, да? Я чуть позже от тебя ноги дадя. Ну, говорю, ну, о, наверное, прогуль дадя. Дашь не так. И не кор карсина, давай. Ура, на это. Да, девушка. Говорю, ну, дадя не то, он дышит. Вот. Чекулы муча, ара, ура, на лопухся. Не мешала, что ли, дадя. И все. Ну, ломать. Особенно, когда, ладно, в отпуск остаешься на месяц, да, и уже через месяц тебе чего-то не хватает, уже хочется куда-то из дома уйти. Вот, будем, наверное, не в поселке жить, когда на пенсию выйдем, а возле поселка чум поставим. Лере сейчас зашила, получается. Тоже желтый сарафан сделала. Потом бордовый фартук и кофточку фиолетовую. А так вообще же говорится, что детям-то нельзя розовые шить. Потому что, ну, незамужним девушкам, детям нужно носить оттенки зеленого. По крайней мере, я так слышала, мне так сказали однажды, что молодые девушки тоже должны носить серые. А сейчас, пока они маленькие, я думаю, пойдет. Потом я думаю, что когда они постарше станут, я не буду разрешать. Пускай они будут счастливы. Как бы замужние женщины все носят красные, розовые, стараются, да. Так, чтобы их видно было. А дети должны вот такое вот. Вот. Слова. Нет, вот эту ткань я как положится, так и положу, не буду проглаживать. А так, конечно, для взрослых. Ткань, которая твердая, ее прогладить нужно. А это я сложу потом
и положу. Складки, да? Да, складки сделаю, чтобы она это сама сложилась. Ага, вот, девчонка моя. Материал прям играет такой. Зеленые фартуки, красные кофточки сделаем. Угу. Малицы есть, да? Малицы есть. Угу. Малицы, что у нас здесь? Малицы так, зашили, доносим уже. Да. У него сорочки. Кстати, карлом кости. Да, играет, да? Играет, ага. Ну, это да, трудно шить. Делаешь. Шить трудно, он это. Вот, делай, делай так, карандашник. Вот такие у меня красавицы, доченьки. Ходите сюда. Ну, обнимашки. Обнимашечки. Здоровья, благополучия вашим семьям, весновки хорошей, больше телят, чтобы родилось. Всем добра, тепла и мирного неба над головой. Первый год, я помню, на День оленевода в город приехали, когда еще молодые были, конкурсы и все, и женщины на сцену поднялись. Я это стояла возле сцены, потом я не помню, вот Витязевы, кто-то из братьев подошел и говорит, а ты почему не идешь на сцену? Я говорю, а мне зачем? Я, может, другой национальности человек или что-то такое. Он такой говорит, а какая разница, ты зырянский сарафан одела, кокошник одела, значит, ты одна из нас, иди. Я вышла на сцену и взяла первое место. Чем я халлам, сано дура вот второе халим, чем я орцал, но мы пора орцалам мы какие ворзину да мы да, кот кора сил сидоре ему нам, потому что кукла ноленус, эти кусы девятый он водус, они первые ему низда, второй он водизда, мы какие, от второй вет полком, куди важен олисну са и мам ясном да, дед баб ясном да, все традиция са пурку там, пиян я са ворзяленус, и нук я са тоже ворзяленус, гашке котки куча с ворзину, если как корусло. Коружением тоже вынтемся, потому что он виднус. Едва на того виднусь вынтемся, Саша Коляки, и кучемки баража моими, а мы с призбочь таснус. Конечно, то один костям, что буровой лиснус. Участвовал везде, и перетягивание палки взял, на метание тиндяна на хоре взял. Потом мы с ним семейный конкурс забрали первое место тоже. Вообще было интересно. И мы там с клиентом. Да, кухня, да. Кухня мы покупали, время вылезли. А на ютюбе еще. Бесполезно нет. Нярла. Мы вот там мурчать видишь, да? Вазима, все как дико, да? Когда водишь, чтобы кузвал я, борот вообще не долез. Ага. Чтоб водишь, все как долез, а борот как не долез. Когда хоть видя нас, вон он ведь орла сейчас. Водя дырить, да, вон, наверное. Кырку не орла, да, жилка не орла, свинский я, да. И что, недельный дик, город на вы. Петло на колы было. Ага. Выйди, куча, пачкала мада. И там матлы эти клан. Ага. Тот сай, да. Тот сай, сон, да? Приуральский район. Приуральский район, ага. Медлан Саус Бурло, Оловен, Бура Витна Карната и Кор Выем, Пара, Оторня Гажечина, Петкирла Нащина, Вынета, Юштона, мы Выем, если чем есть, да? Да.
А я имею в виду сегодня Алексея Валеевки, Алексея Водина, Олис Чомин, и это не со пенсиалом, кольчис Белая Рвалочта, но Олин и свой оскор. Алексей сидит топта этла, и мы борща не даже матан да не звали. Олиса чем из, да? Валис. Янгер первое место в Осы, Полын первое место в Осы, в Подыре, Мертлан первое место. Медбарво, Войли, Кормьетум, Арвалин, второе место в Осы. Они уже да сказать армии нет полить, куда деть пупсу. Ну вот это отдел вырвались, а когда с отдел на место вот. Медлана его и должно мурчать. Тоже Митя, ну он же праздник мой. Ордичин. Вообще это мне важен кордуля вот азарт вот этим. Мені чорнити Алексей Іванович Валеївкет, са зайвна вояз вирзяли чомін, і не битіснес Анна Петровна кет гетерскет піянес, і тоннін піянес, бочтанес медводь місто яс. І не ми бітлам встановили, і кучам відєдне код винчались, код воїз медводь. В гонках на оленях упряжках в рамках районного праздника День оленевода занимает Валеев Николай Алексеевич. Аплодируем победителю главного вида соревнований праздника. Кордаті Нордичі Мусін помощі, сім'я Німкоть вели, ми медводь місце собочні, сім'я Тец, Аморт, Николай Валеєв. Відділа, пор. Все куди, я їх задіна віна, дадю там Атланда, я. Дадю, 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 Бур ордичемен, бура ойламен, именно на воде улла, дади улла, цинча, бура этналаз и вечка дальше валинец. Ну и праздники, этналаз бур улла, улла. Выда сыршон дыд век на тайкае, ставло в ялолы слы юг цевае, Огана ловья сын ставен миучей, Летчищей пыда саджлёк мэй дающей. А с чужан мулылым гаште наглыдиш, Чужан кымиян лиш, чужан кымиян лиш, Неко дозмырди. Чужан кымиян лиш, чужан кымиян лиш, Чужанму видіни те аслани могис, сивас на віщини шудис і шогис, ком'ян щивни те майбр на кужам, пылько мікагарис уна на чужам.